Приветствую вас, дорогие наши зрители. Только что разговаривали с Наташей, и она попросила записать небольшое такое обращение к вам, потому что ей очень сложно сейчас говорить. Поэтому я от ее имени хочу поблагодарить всех наших зрителей, которые искренне сейчас сопереживают, что Наташа сейчас, у нее сейчас непростые времена, и она очень тяжело переносит это заболевание. Мы вчера с ней разговаривали, она меня даже немножко напугала, потому что у нее было вот эти приступы, когда человек не может дышать. Это действительно очень серьезно. И я просто хочу обратиться ко всем нашим зрителям, которые искренне желают ей скорейшего выздоровления, пишут сообщения и на наш канал, и ей лично на почту. Ой, извините. Всех-всех поблагодарить, которые искренне оказывают ей вот такую поддержку и хотят, чтобы она поскорее поправилась и опять была в строю. Заболевание действительно тяжелое, протекает оно непросто. Я сама перенесла этот COVID в прошлом году. У меня, правда, было немножко полегче, не так, как у Наташи сейчас. Вот я очень надеюсь, что она уже скоро окончательно поправится и сможет сама рассказать о том, как она лечилась, какие препараты она принимала, что она делала, какие процедуры, потому что эта информация, возможно, будет актуальна для других людей, которые тоже находятся в таком же положении, как она сейчас. Никто не застрахован, как вы видите. Но я сейчас просто еще раз вернусь к тому же, что я хочу поблагодарить всех-всех зрителей нашего канала за помощь и поддержку. Может быть, даже кто-то какими-то делится своими советами, потому что многие из нас перенесли это заболевание, кто-то легче, кто-то тяжелее. И, может быть, у кого-то есть какие-то советы, которые действительно смогут помочь людям в этой ситуации. В общем-то, это все, что я хотела сейчас сказать. Еще раз спасибо. И особая благодарность людям, которые искренне поддерживают и желают Наташе полного и скорейшего выздоровления. Так вот, кто-то выложил прямо на лестнице вот такую вот коробочку. Здесь, видимо, что-то, если кто-то хочет, zum mitnehmen, то есть хочет себе забрать, забирайте, пожалуйста. Вот такая вот замечательная конфетница. Это книжка Weissersand. Вот такая вот. Розочка красивая. С краешку. Я, кстати, тоже стала обращать внимание на какие-то находки. Сегодня я уже кое-что нашла. Вот здесь вот есть такой ангебот. И лежат эти бананчики. Если кто-то может или хочет забрать, я так понимаю, что это бесплатно. Вот здесь такая полочка. Если кто-то хочет что-то оставить, наверное, можно это здесь сделать. Ну, вообще, это магазин, где продаются продукты для животных. И вот такое они себе здесь сделали, местечко устроили, где люди могут забрать бесплатно продукты. Так что всем пока-пока и до, надеюсь, новых скорых встреч.